Как его только не называли, и кофе по-итальянски, и что только не придумывали в этом названии. Итак, друзья, для приготовления кофе нам необходимо взять 1 чайную ложку растворимого кофе. Хорошего растворимого кофе. Какое вы любите? Я вообще люблю натуральный, но для этого рецепта необходим именно растворимый кофе. 50 мл воды, обычной, холодная у меня фильтрованная вода, 50 мл воды и 4 чайные ложки сахара. Все. 1 чайная ложка растворимого кофе, 50 мл воды и 4 чайные ложки сахара. И теперь это необходимо взбить. Вот такая вот получилась пенка. Вот, красота. Аромат стоит на всю кухню. Я хочу эту пенку сверху выложить на теплое молоко. Вот такая вот красота. Хоть я люблю натуральный кофе, но сегодня прямо исключение. Вот, вот такая красота. Этот рецепт я когда-то подсмотрела в интернет. Одно время было очень популярно вот этот вот рецепт, как его только не называли, и кофе по-итальянски, и что только не придумывали в этом названии. Вот. И я редко-редко, но делаю иногда этот рецепт, потому что я люблю натуральный кофе, а это все-таки используется здесь растворимый кофе. Но тем не менее, рецепт годный. Можно иногда себя побаловать и таким рецептом. Попробуйте, напишите в комментариях, как вам получилось, не получилось. Он получится всегда и у всех этот рецепт. Всем желаю крепкого здоровья, мира. И пусть у всех все будет хорошо. Вот вам и капучино, и латте, и все вместе. Я все перемешала, соединила с молоком. Вкусно. Очень.